Мы никогда не прятать не собираемся оружием. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страна, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива. Ну, если кто-то не согласен, мы же вынуждены отвечать. Так точно. История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию. Еще раз подчеркиваю, наша здесь ответственность не только за белорусов, но и россиян. Так точно. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности, я уверен, превосходит любую границу в мире. Граница – это зеркало, это лицо любого государства. Поэтому я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Республике Беларусь. На этом уровне надо и поддерживать охрану государственной границы.